Я не отдам свою мастерскую даже за все сокровища мира. Передумай, или будет хуже. Или что? Ведьмак, убить его. Дедом потом займемся. Это вряд ли. Наш ведьмак, тебе надо было оставить Саламандр в покое. Этот мост станет твоей могилой. Я ни в чем не виноват. Спасибо, ведьмак, ты меня спас. И мою лабораторию, мои мензурки, мои реторты, мои алхимические печи, мои сокровища. Не за что, не за что. Знаю, что именно послужило причиной этих событий. Саламандре нужно оборудование, чтобы использовать украденные секреты. Без аппаратуры нет никакого толку от мутагенов. Им почти удалось украсть сокровища Калькштейна. Они почти достигли успеха в Каэр-Мархен. Главное, что почти. Если бы я решил остаться с Весемиром, все было бы по-другому. Это самое меньшее, что я мог сделать. Это я привел их сюда. Из-за того, что я сделал когда-то в прошлом. Если бы ты знал, к чему это приведет, ты поступил бы иначе? Нет, это было правильное решение. И я сумел справиться с последствиями. Я не удивлен. Я так и думал, что ты из тех, что никогда не оглядываются назад. Приходи в мою лабораторию в Изиме, если тебе понадобятся ингредиенты для зелий. Скидка гарантирована. До встречи. Не стоило тебе защищать старика. Он опять начнет молоть языком. Что? Старик все болтает и болтает. У меня от него голова болит. В следующий раз отгоним его камнями. Лучше его не злить. Он очень могущественный алхимик. Ну, капитан сказал, только по пропускам. Я знаю. Завтра я буду у мельничных ворот. Там буду стоять. Будет пропуск, ищите меня там. Мне слишком мало платят за такую работу. Ага. Я избавился от гулей в склепе. Вот спасибо тебе огромное, господин. Это вот месячное жалование. Эх, вот ребята обрадуются. Они хотели сокровища искать в склепе, попробовать одну из стен. Я нашел внутри свежий труп. Молодая женщина. Гули собрались к ее трупу. Ильза? Нет, не может быть. Я ее любил так сильно. Имени ее я не знаю. Видимо, она отравилась. Нет, нет. Эта злая карга отравила мою Ильзу. Чертова сука отравила Ильзу. Нет! Я сожалею о твоей утрате. Но я должен узнать все о саламандрах. У них пропуска есть, да? Оставь меня. У тебя дурной глаз. Ты приносишь черные вести. Сгинь. Не забудь сказать преподобному, что я помог тебе избавиться от этих гулей. Прощай.
Приветствую, Милсдарь. А ты? Харин Брок, торговец и посредник к вашим услугам. Что привело сюда ведьмака? Что ты продаешь? Полагаю, тебя прислал преподобный? Конечно. И почему, интересно, я тебе не верю? Символ вечного огня. Подарок от преподобного. Меня прислал преподобный. Он считает, что тебе могут понадобиться услуги ведьмака. Так и есть. По ночам из реки выходят мертвецы. От воды веет жутким холодом. Меня всего сводит. Помоги мне. Денег я не пожалею. Я помогу тебе, но мне нужна информация о саламандрах. И добавь к этому 200 оренов на расходы. Если ты ищешь саламандр, ты ищешь неприятности. Но это не мое дело, я согласен. Проклятая нежить! Мало того, что распугивают моих людей, так еще и ящики с товаром портят. А это очень ценный груз для особого клиента. Где мне найти этих утопцев? Где? У берега реки. Они выползают из воды после заката. Понятно. Ведьмак! Я нашел эти необычные кости. Похоже на работу краснолюдов. Эй, стой! Прекрати ими так размахивать! Хочешь, чтобы у нас обоих были неприятности? Ты ведь не святой. Боишься попасть за решетку? Да у тебя почти весь товар контрабандный. Инстинкт самосохранения. Предпочитаю слишком сильно не светиться. Преподобный эту игру ненавидит. Так ты знаешь, что это? Этого я не говорил. Их изготовили не люди, это очевидно. К тому же, это работа не людей, и здесь попахивает риском. Спроси об этом у краснолюдов. Может, они чего знают. Что ж, спасибо и на этом. Эдмилхавкаарн. Приветствую вас. Найндхойне, эссеватгерн. Тебе нас не запугать, ведьмак. Где Харен Брок? Он обещал нам. У него должен быть для нас товар от говенкаров. Спокойно. Харен ничего о вас не говорил. Я охотился на утопцев. Вартелнайн, ты не айнсейдхе, но и не мерзкий дхойне. Ты нам не враг. Мы просто заберем оружие и уйдем с миром. Это товар Харена. Прости, Айан Сейдхе, но я не позволю тебе и близко подойти к этим ящикам. Слушай меня внимательно, Ватхерн. В нашем отряде 20 эльфов. Наши братья страдают от голода и болезней. В этих ящиках еда, лекарства и оружие. Мы заберем их сейчас. Мы ведь не можем каждый день так близко подходить к стенам Вызимы. Я догадываюсь, к чему ты клонишь. Правильно догадываешься. У нас нет выбора, но у тебя есть. Я работаю на Харена. Вам придется поискать говенкарские товары где-нибудь в другом месте. Хочешь лишиться жизни из-за этого жадного дхойне? Ты ведь не один из них?
Не имеет значения. Не смей даже приближаться к этим ящикам. Мы убьем тебя, а потом Харена. Пусть ваша смерть станет уроком для всех предателей. Спарли! Ведьмак! Я убил утопцев, а еще я встретил эльфов. Эльфов? Не знаю никаких эльфов. Они ждали тебя. Кто они? Скоя-Таэли, или по-нашему белки. Юные борцы за свободу нелюдей. За содействие им тут же отправляют на виселицу. Сдашь меня, будешь болтаться со мной рядом. Я буду хранить молчание. Но если это так опасно, почему ты с ними связался? Надо же как-то зарабатывать на хлеб. Как бы то ни было, свою работу я сделал. Значит, мой товар в безопасности. Я недооценил тебя, ведьмак. Кстати, а что стало с теми эльфами? Мы повздорили. Они мертвы. Ты убил их? Их друзья, скорее всего, вернутся за товаром. Скажем им, что во всем виноваты утопцы. Меня это не касается. Мне нужны мои деньги. И расскажи мне о саламандрах. Держи золото. Саламандры? Они собирают дань с жителей деревни. Посмеешь ослушаться, перережут глотку или подожгут дом. Где мне их найти? Спроси у преподобного. Он сам решит, что тебе стоит знать. Лично я бы не возражал, если бы ты с ними разобрался. Мой друг ищет одного краснолюда. Его зовут Гоок. Он из Скоя-Таэли. Я поспрашиваю. Может, что-то и узнаю. Чего ты хочешь? Я прочел твое объявление. Отлично. Ты достал черепа баргестов?
Есть. Они твои. За определенную цену. Я знала, что тебе удастся их достать. А вот еще немного мандрагоры. Можно я кое-что спрошу? Спрашивай. Может твоя магия победить псов-призраков? А меча что, недостаточно? Я слыхала, что у ведьмаков два меча – стальной для людей и серебряный для чудовищ. Оба для чудовищ. К сожалению, серебряного у меня нет. Я знаю одно зелье. Если покрыть им лезвие, будешь наносить ужасные раны даже призракам. Но зелье стоит 30 оринов. Тебе нужны наизанская соль, генацева кислота, винный камень и свиной жир. Все это ты можешь купить у меня. Спасибо. Вместо наизанской соли можешь использовать лепестки чимерицы. Можно я кое-что спрошу? Спрашивай. Я вижу, что ты приютил Альвина. Думаешь, я брошу в беде сироту? К тому же у него есть потенциал. Ты о чем? У него есть силы, но не знаю, сможет ли он их контролировать. Сейчас он спокойно спит после отвара, который я ему на ночь даю. Как благородно. Мало кто возьмет в дом лишний род по доброй воле. Когда придет голодная зима, я его зажарю и съем. Наверняка местные так и думают. Они же считают, что я чудовище. А ты чудовище? У всех нас внутри прячется чудовище. Самое важное забыл. Ты с преподобным встречался? Конечно. Он велел нам допрашивать чужаков. Кольцо вечного огня должно быть от преподобного. Преподобный послал меня помочь тебе. Преподобный всегда думает обо мне. Я слышал разные слухи и знаю, что тебе нужно. У меня тут небольшая проблема в саду. Я не садовник. Дай же мне закончить, мастер Гервальд. Некоторое время назад у меня в саду выросли странные растения. Они живые. Я на них внимания не обратил, пока маленькие были пользы от них была. Жрали кротов и жуков. И в чем же проблема? Они теперь здоровые в человеческий рост, и ветки такие большие. К счастью, они днем в землю зарываются, но все равно я боюсь к ним близко подходить. Я попробую тебе помочь, но это будет стоить 120 оринов. Мастер Гервант, давай выпьем за погибель сорняков. Я дам 50 оринов. Сто двадцать и не орином меньше. За погибель. Два сорняка за 70 оренов. Просто грабеж. Я сказал 120. Ну, мне же надо на что-то жить, на что-то пить. Да, за здоровье, кстати. Мое последнее слово — 80.
Крепкая штука. Может, 100? Договорились. И на дорожку. Говори, что у тебя на уме. Я истребил чудовищ в саду. Плати. Что случилось, мастер Гервант? Пришел за своими 80 оренами? Вот они. Мы сговорились на 100. Не помню такого. Мы, конечно, немножко выпили, но моя память меня редко подводит. Так, послушай-ка. Хорошо, хорошо. Вот твои деньги, псих ненормальный. Я тебе говорил не лезть убивать чудовищ ночью в пьяном виде. Но нет, он настаивает. Ты меня пугаешь, мастер Гервант. Эх, вот всегда так с людьми. Я рискую шеей за них, а они хотят меня обжулить. А, ладно уж. Но не забудь рассказать преподобному, как я тебе помог. Говори быстро! Я отнес вечный огонь во все часовни. Ты лжешь! Зверь все еще преследует нас! Я же говорил тебе, что это не сработает. Где моя плата? Ах да, твоя плата! Должно быть, проклятие сильнее, чем я думал. Нет сомнений, что причина — это ведьма, Абигайл. Она злая женщина. Ведьма? Может быть, она сможет рассказать нам больше? Ты хочешь связаться с этой безбожной шлёндрой? Это она натравила на нас зверя и все прочие бедствия тоже. Возможно.
Но все равно я хочу сперва с ней поговорить. Мы должны узнать, откуда пришел зверь. Узнай правду и возвращайся ко мне. Так и сделаю. За 300 воринов. Мы бедная община. Могу предложить только 200. Пусть так. Чудищ, преследовавших Ода и Харена, больше нет. Для Микулы я очистил склеп от гулей. Должен признать, я впечатлен. Может быть, тебе удастся одолеть и Саламандр. Чтобы одолеть их, мне нужно сначала узнать, где они прячутся. Я не скажу тебе ничего, пока ты не справишься со зверем, ведьмак. Таково мое условие. Говорят, церковь Вечного Огня платит за утопцев. Если предоставишь доказательства, что ты их убил. Вот головы утопцев. Где моя награда? Держи, и да осветит твой путь вечный огонь. Я хочу войти в город, но мне понадобится пропуск. Знаешь что-нибудь про такой, преподобный? Такие пропуска только у рыцарей ордена. Но как капеллан Вечного Огня, я получил один такой на хранение. Могу я его получить? Ты? Чужак? Бродяга? Ты с ума сошел? Чего ты хочешь? Преподобный считает, что именно ты вызвала зверя. А что считаешь ты? Пока ничего. Хочу услышать твою версию. Ха, я здесь абсолютно ни при чем. Откуда взялся зверь? А почему ты спрашиваешь об этом меня? Я слышал, ведьмы разбираются в магии. Ты прав. Но о звере мне мало что известно. Хотя я знаю, кто мог бы тебе помочь. Кто? Парнишка по имени Альвин. Он сильный исток. И к тому же прорицатель. Он обладает знаниями, которые нам никогда не постигнуть. До тех пор, пока он не выпьет одно из моих зелий. Это для него не опасно? Нет причин для беспокойства. Принеси мне лепестки 5 цветов игольчатого мирта. И тогда ты получишь ответы на все свои вопросы. Мирт растет на окраинах деревни. Если ты не разбираешься в травах, я могу предоставить тебе книгу о них. За определенную цену. Потому и разорился. Ведьмак! Ну, наконец-то! Хоть один разумный человек в этом болоте. А с кем я имею честь общаться? Леуварден, купец. Из тех самых Леуварденов. Из тех или из других, чувствую, у тебя есть для меня работа. К счастью, это правда. Мой друг исчез в пещере под стенами Вызимы. Там могут водиться монстры. Ты думаешь, он мертв? Не знаю. Но я заплачу 200 аренов, если ты спасешь его или найдешь его останки и похоронишь, как подобает. Договорились? Договорились. Позволь мне кое-что объяснить. Мой друг хотел попасть в Изиму, несмотря на карантин. Тогда почему он отправился в пещеру? Мы слышали, что так в Изиму провозили контрабанду. Наверное, это всего лишь слухи. Я сделаю, что смогу. Будь осторожен. Мой друг уже имел дело с монстрами. Если он мертв, значит опасность велика. Чего ты хочешь? Я принес лепестки игольчатого мирта. Отлично! Теперь приготовим зелье. И как же оно готовится? Интересуешься тайнами ведьм?
Я расскажу тебе рецепт, если поклянешься забрать его с собой в могилу. Клянусь. Наклонись поближе, слушай. Смешиваешь 2 унции трупного яда с горстью лепестков игольчатого мирта. Произносишь свое имя наоборот и 3 раза оборачиваешься через левое плечо. Плюешь в огонь и еще раз перемешиваешь зелье. Запутанно. Я всегда знала, что магия ведьмы слишком сложна для мужчин. Дай мне 2 минуты, и я закончу с зельем. До встречи. Ты меня спас, да? Да, я помог стражникам. Интересно, что теперь со мной будет? Может, подождешь, пока тебя не заберут родные? Нет, все мои родные умерли. Я останусь тут. Мне очень жаль, парень. Мне все равно. Я едва их знал. Чего ты хочешь? Зелье уже готово? Да, Альвин, выпей это. И не ныть. Оно горькое. Я сказала не ныть. А теперь говорим. Абигайл, мне страшно. Зачем они содрали шкуру со щенка? Он был такой ласковый. Он никого не трогал. А девчонка на окраине города кричала так ужасно, нечеловечески. Плохие дети, снова мучаете щенка ведьмы? Останетесь сегодня без ужина. Кровь невинных, кровь братьев. Мужчины смеются, женщины кричат. Злые лица, искаженные алкоголем и похотью. Натяни ее как следует. Покажи ей, что ты настоящий мужик. Золото, золото и кровь. Рождается зверь. Смерть. Страшный суд. Кто заслужил жизнь? Кто умрет? Однажды зверь уже умер. Он не боится смерти. Он и есть сама смерть. Как ты собираешься победить людскую низость, охотник за чудовищами? Мечом? Ты, кто однажды погиб, но все еще бродит в мире живых. Скажи мне, кто виноват? Кто меня вызвал? Достаточно. Это может плохо кончиться. Абигайл, разбуди его. Как скажешь. Силой 7 сфер покинь его тело. Взываю к тебе, изыди. Я хочу спать, Абигайл. Геральт, до тебя сюда приходил другой ведьмак, Беренгар. Он оставил эти записи. Возможно, они помогут тебе. Спасибо, до встречи. Глупости. Сам преподобный так сказал. Говори быстро! Я знаю, откуда появился зверь. Мои подозрения верны? Это ведьма призвала его? Зверя призвала людская злоба. В этой деревне творились очень злые дела. Чтобы сразить зверя, я должен сперва обличить виновных. В твоих словах есть мудрость. Когда овца отбилась от стада, хороший пастырь должен привести ее обратно на путь праведный. Или овцы его станут поживой для волков. Я узнаю все, что смогу, чтобы обороть зверя. Я должен собрать всех жителей. Вот твоя награда, ведьмак. 200 оринов. Я сделал все, о чем ты просил. Где находится логово Саламандр? Ты прибыл вовремя. Иди в трактир. Там обустроились несколько бандитов из Саламандр. Они прячутся в старом доме трактирщика. У Олафа будет ключ. И ведьмак. Да? Ничего. Да, светит твою душу вечный огонь.
Лучше пусть все сидят по домам. Я не хочу, чтобы пострадали случайные прохожие.